Всем привет! Вы смотрите канал Ксения UK. Сегодня мы едем играть в бинго. Christmas bingo. Главным призом будет Big Turkey for Christmas. Решили раз в году выехать поиграть. Потому что на Рождество мы будем приглашать родителей. Эндрю. Братья не смогут приехать. Мы решили на рождественский ужин выиграть большую индейку. Вот сейчас мы едем. Мариам с Джозефом остались с sister-in-law. Helen зовут ее. Это брат Эндрю. У него жена зовут Helen. Вот сейчас они с ней. Наверное, часика 4 они будут с ней. А мы едем испытывать наше счастье. Партийного или нет. Я попытаюсь заснять сам процесс бинго, если получится, конечно. Если нет, так и будет. Ну все, увидимся уже на бинго. Такие вот, мы сейчас на бинго, такие есть вот билетики, есть цифры, и потом первая игра найти 5 цифр, которые совпали, которые будет человек называть. Вот это один билетик, 2, 3, 4, 5, 6, 6 билетиков. Значит, первая игра, если совпала первые, разброс 5 чисел, да, один шайс, потом одна линия полностью, какая-то из билетиков, потом две линии, и фулхаус это, если три линии, все цифры на трех линиях в одном билетике, зачеркнуто, да, самый дорогой билетик. Такие вот дела. Скоро будем начинать. Ну и тут несколько игр. Одна игра. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть игр в одном. А потом переходим. Тоже такое похожее. Здесь один. Два. А потом по числам называют числа. И тоже у кого выпадут эти числа, будет получать какой-то приз. Не выиграла на 5 первых, и не выиграла на линию. Вот 4 у меня было. Сейчас 2 линии. 4 and 3, 43. 4 and 7, 47. Dearie me, it's number 3. 2 and 1, key to the door. 2 and 3, 23. 3 and 4, 34. Right, turn your pages over, play on the next ticket in the room, which is colored. Вот этим прошел тикет. К сожалению, мы ничего не выиграли. Your last number tonight is... Oh, it's not that yours. 8607. 8607. Thank you very much, ladies and gentlemen. Что мы уже дома, приехали домой с бинго. Хороший выдался вечер. Мы ездили вместе с родителями Эндрю. Сейчас уже 11:30 вечера. Только мы приехали. Джозеф очень устал, уснул в машине, сейчас он спит еще в кресле. Мариан тоже уснула в машине. Я очень устала, все очень устали, конечно, потому что уже ночь. Ну, вечер был хороший. Я на первом билете в бинго выиграла индейку. Первая из всех, что очень хорошо.
И теперь нам не нужно будет переживать, чтобы покупать индейку на Christmas. При выдаче приза мне выдали вот такой билетик. Здесь указано у нас название клуба, название клуба, где я проходила вот этот бинго, называется Calder Valley Club. И написали: поздравляем вас, вы выиграли индейку, которую можно будет забрать. И написано место, где можно ее забрать будет. И написали даты. Значит, 21 декабря, либо же 22 декабря, дается 2 дня на то, чтобы забрать эту индейку. И нужно показать им вот этот ваучер. Если мы потеряем этот ваучер, мы индейку, соответственно, не получим. Так что до этого времени нужно будет держать этот ваучер в целости и сохранности. Сейчас покажу, какие мы призы еще выиграли вместе с родителями, помимо вот этой индейки. Значит, вот что мы выиграли. Это у нас сколько здесь? 995 грамм свинина. Вот такой вот кусок. Хорошо будет для запекания. Здесь у нас говядина. Сколько? 880 грамм. Оторвалась. Пока везли. Хороший такой кусочек. Это у нас завтрак идет, называется. Здесь у нас 2 кусочка black pudding. 2 колбаски, которые нужно будет обжарить. Бекон сырой тоже нужно будет пожарить. Даже помидор положили. И вот сколько здесь у нас? 25, наверное, штучек. Тоже такие сырые колбаски, которые нужно будет потом обжаривать. Я думаю, неплохо. И плюс еще, конечно же, индейка. Ну, вот такой у нас сегодня выдался вечер. Сейчас, наверное, пойду переложу детей в кровать. Я, наверное, с Эндрю посмотрим какой-то фильм. Ну, с вами буду прощаться на сегодня. Отдыхайте, у кого ночь. Занимайтесь хорошим делом, у кого день. И до новых встреч.